Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой сыграем в хоррор «Метель». Когда-то давно, когда только-только начинал снимать, я сыграл в одну первую локацию, но уже там плюс-минус ничего не помню. К тому же еще вышла вторая и третья. Хотя, может, и четвертая, я уже не знаю, что там. Так, выбираем русский язык. Новая игра. Хорошо, сыграем мы в Джокера тоже. Так, тут по настройкам нормально. Да, FPS показывается 60 стабильно. А также показывается 60,7 ms. Это миллисекунд, что ли? Это ж не онлайн игра, правильно? Сервера тут нет. Понятно, настройки графики тут нет. Секреты. Ух ты. Телеграм новости. Куда? Подожди. Секретная маска кролика. А где ты ее видишь? Это снеговик. А можно текст как-то побольше сделать? Мне что, с биноклем сидеть? Ладно, давай начнем игру. Метель 2 уже есть? А, выйдет, скорее всего. А, уже все 4 вышло? А, бета. Так, подожди, это первая, наверное. Это вторая, это третья, четвертая. Ну, по логике, правильно? Бета это еще не вышло, что ли? Сегодня ладно, давай. Как будто немного затянулось. И мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень наверное шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Я шел по ужасной погоде. В такую погоду будет только псих ходить, поэтому я шел. Кстати, что странно, у нас в октябре снег выпал. Прикинь, там в декабре не всегда выпадает. Ну, нажмите, я нажал. А тут в октябре. Вставать я могу или это я уже встал? Почему я такой маленький? А? Да не гавкай, подожди, а как вставать? Так, понятно, давай-ка. Заперто, подожди. Ага, отмычка. Слушай, а яркость можно побольше сделать? Чувствительность можно. Не, это не надо. Капец. Ничего практически не видно. А как? Ага. Вот отмычка. Так, можно допустим. Отсюда. Да-да, я знаю. Подожди, я реально маленький. Почему? О, встал! На С. А я что, тут не мог встать, типа? А ну-ка. Нет, тут я не могу встать. Да-да, давай-ка выйдем. Вставай. Так, эту веревку мы знаем, дергать нельзя, нельзя, нельзя. Так, и вправду метель. Холодно как-то. 2013 год. Ой. Надо обратно будет повесить. Скобы мы пока не можем взять. А как повешать обратно? Ага, это ставится, все, понял. Он деревянный у нас, почему? Да, деревянный. Ну, с 13-го года стоит. 200. Понятно, не надо. Заперто с другой стороны. Допустим, что нам делать так надо? Так, тут 6, это нам не надо. Камень не надо. Я уже, честно, не помню, несколько лет прошло, когда я играл. Тыква? 11-20. Класс. А что тут тыквы? Может, веревку потянуть, чтобы тыква оттуда упала? Но нет, там вряд ли выпадет тыква. Слушай, тыква прикольно. А я не знал, что 20. Это по всей карте, видимо, надо собирать, да? Так, ладно, у нас тут что, молоток? Можно будет положить обратно? Нельзя, значит, не надо. Так, разбить стекло, это мы еще разобьем. Так, это у нас что?
13.01.2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Выходная дверь была надежно заперта. Но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыл ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнате с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Так, север, юг, запад, восток. Допустим, север, запад, восток, йог, это мы запомним еще. Куда это закрыто? Ладно, пускай все закрыто будет, чтобы когда он вернется, у нас все хорошо было. Зажатый ключ в тисках, допустим. Так, пятница, 13-е. Подожди, а сегодня какой день? А как тут определить, какой день? Так, ну пароль это я понял, юг. Внимание, с 10 декабря по 20 декабря на улице сильный ветер со снегом. Ну, я так понимаю, это без разницы, да? Ветер западный, западный, северо-западный, северный, 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 северный. Так, северный или западный? Сегодня какое число вообще? Да поставь обратно. Ты что, издеваешься? Поставь. И как мне определить? Ладно, ветер куда дует у нас тут? Туда. Туда это что у нас тут? Подожди, северный ветер это с севера или на север? Плохо, плохо, плохо. Влажность, атмосферное давление. Зачем я это вообще читаю? Так, ветер западный. Ух, запад. Свои ветра на нас гонят. Так, север, юг, запад. Вот так вот. Север, юг, запад, восток. Север. Вот это вот север, если что. Север, 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 север. Пароль у нас какой? Север, запад. Подожди. Север, юг, запад. Север, запад. Хорошо. Север, запад. Север, запад, юг, восток. Зачем я это вспомнил, если я забыл, какое тут слово дальше? Восток. Север, юг, запад, восток. Значит, это. Понял. Тут у нас где? 6, 8, 6, 8, 9, 4. 6, 8, 9, 4. 6, 8, 9, 4. 6, 8, 9, 4. А куда вбивать? Давай я пока запишу, пока не забыл. 6, 8, 9, 4. 6, 8, 9, 4. Хорошо. Записали, а то я забуду. Так, 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 так. У нас тумбочка открывается. Хорошо. Болторез. Болторез это чтобы резать цепи. Где у нас тут? О, у нас же есть еще... А, нет, подожди. У нас же ящичек. Вот он. Ящик заперт. Болторезом вряд ли я понимаю. Отмычкой. Нельзя. Подожди, может просто рукой? Тоже нельзя. И, собственно, что нам тут найти надо? Ага, скорее всего, это скобу так вот. Раз. Раз, говорю. Нет. Тогда поставь обратно. Так, подожди. Ну, стеклышко, видимо, сначала разбить надо. Но он сейчас начнет истерить и прибежит. Кто это там шумит? Подожди, подожди, подожди. Я прячу все так. Хоп. Заметил, что я вылезал из клетки. О, да я вроде ничего такого и не взял, правильно? Даже из руки убрал на всякий случай. Короче, мы сегодня пройдем первую комнату, завтра вторую и послезавтра третью. Вот так вот сделаем. Потому что четвертая у нас бета написана, и я не уверен, что она вышла. Не, возможно, вышла, но недоделанная. Здорово, сутенер, блин. Так, погоди-ка. О чем в кожаной маске, кстати? Что-то здесь не так. В смысле? А, видимо, показалось. Я забыл, что он говорит, что может показаться ему. Хорошо, так, дальше. Ключик, ключик, это, видимо, отсюда. Это с электронным замком. Электронный замок, это вот этот вот. Ну, давай. А, вспомнил. 6, 8. Точнее, понял. Так, не понял. Вот так вот. 6... Ты что, издеваешься? В смысле нет электричества? Ага, провод оборван.
Нам нужна изолента. Ага, ключик отсюда. Все, 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 все. Вот все и складывается. Давайте так, так. Закрываем. Изолентой заклеиваем. Так. Так, дальше включаем. 6, 8, 9, 4. 6. Я что, должен вручную это все вводить? Вы что, издеваетесь? 6, 8, 9, 4. В смысле нет? Подожди, я чуть не то втыкнул, подожди. 6, 8, 9, 4. Или я неправильно определил, где... так, подожди. Отключаем. Отключаем. Быстренько заходим сюда. Куда вы так нагнетаете? Все, все, я зашел. Закрой! Я думал, тут на замочек можно закрыть. Нет, нельзя. Так, закрыто, там все отключено. Так, так, так. Ну все, нормально, это мы сейчас пройдем. Давай, заходи уже. Кстати, всегда не понимал, а почему в этом ящике пожарном ключик нужно разбить сначала? Так, зачем, почему? То есть, если это сделали, чтобы никто не украл, так что-то я как бы извиняюсь. Но можно разбить и украсть, правильно? А зачем его тогда вот так за стекло прячут? Видимо, показалось. Иди, иди, иди. Так, открываем. Выходим. Закрываем. Закрываем, говорю. А, нельзя, понятно. Включаем опять электричество. Но это уже, наверное, не надо, правильно? Ну. Ну так открой ее. Подожди, мне каждый раз включать, что ли, надо? Только не говори, что пароль опять надо вводить. Может, я его неправильно ввел? Не, ну сигнализация сработала, значит, все. Должно работать, нет? Подожди-ка. Каждый раз я буду вводить пароль, и он будет прибегать, что ли, если неверный? Ну, капец. Как мне понять, какой, северный или западный? Ну-ка, подожди-ка. Север, юг, запад. Но это чуть-чуть по кругу тогда прокрутиться надо будет. Тогда не вот это вот, что там у меня, 6, 8, правильно? 6, 8, 9, 4. Тогда вот так вот. Подожди. Прямо, лево, право, сзади. Прямо, лево, право. Тогда получается 8, 4, 6, 9. 8, 4, 6, 9. 8, 4, 6, 9. 8, 4, 6, 9. А ну-ка. Черт. Так подожди, дверь-то открылась или нет? Все равно нет. Я что, опять неправильно ввожу? А какой тогда порядок? Может, ветер не туда дует? Может, я там на записке неправильно прочитал? Да вряд ли. Зашибись, мне теперь надо сидеть, думать, с какой стороны я что не так ввел, да? Так, давай подумаем. Отмычку мы использовали здесь, правильно? Болторез, мы еще ничего не использовали. Это цепь, цепь это в той комнате была. Ножовка, ножовка это, по-моему, там толчок надо порезать. Что-то здесь не так. Согласен, ты цифры бы проверил, слышишь? Видимо, показалось. Но снег же влево летит, правильно? Может, имеется в виду северно... Вот северно-западное, это, наверное, северо-запад. Вечер. Снег, 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 снег. Всегда снег. Так, смотрим. Снег идет вбок, то есть туда, правильно? Может, наоборот? Ну, западное, это с запада, наверное, да? С запада. Давай сначала проверим, правильно ли я... Записал все. Север-запад. Север-юг-запад. Восток. То есть правильно. Прямо-лево-право-зад. Так. Может наоборот. 9-6-4-8. А ну-ка. 9-6-4-8. Наконец-то! Наконец-то! Замечательно! Все, значит, северный ветер, это значит, или западный, это откуда ветер дует, а не куда. Понятно, все, ясно. Так, теперь не буду отключать пока что. О, закрыть! Вот это я бы сейчас, конечно, обломался.
Здесь у нас ничего нет, шкафчик. А это что такое? Это, наверное, магнит, на который дверь закрывается, да. Так, уберу. Тыковка еще одна. 2 из 20, отлично. Это, наверное, на Хэллоуин сейчас, да? Сделали. Так, болторезом режем цепь. Замечательно. Так, закройся пока. Понятно. Кирка. Ага, часть кирки. Также слили воду. Закрыли, закрыли. Ага, лом. Так, отрез. Ну, пока болты не можем срезать. Вот толчок нужно порезать. Нет. Так, допустим. Вот эту мы не открывали дверцу. Да, хорошо, а то мы увидели тыкву и все, и обрадовались. А вот это что? Это что-то лежит? Нет, а части стены нет. А вот теперь интересно. И куда нам это все использовать? О, смотри, вон еще тыква есть. Ой, а я не помню, чтобы в этом окне вот это вот было. О, голова, смотри. Какая-то голова. Да подожди, может это про секретную маску говорили? Да, наверное, вот эта секретная маска, а там где-то снеговик должен быть. Ой, стрит-двор. Так, подожди-ка. Лом. Ну, гвоздодер, плевать. На винты, допустим, я это знаю, просто... Нам сначала с этим нужно разобраться, потому что, ну, сейчас, допустим, я подойду, смотри. Я убираю вот эту вот. Использую, чтобы скобы снять. Берем. Потом это ставим обратно. А, допустим, здесь мы кирку делаем. Так. И вот так. Сейчас. Взяли кирку. Хорошо. Но это чтобы стену сломать, правильно? А теперь как нам до нее добраться? Так, я-то знаю, что вот здесь вот... Надо что-то с этим сделать. Подожди-ка. Нельзя? Ну, пила по металлу тоже ничего нельзя. Какой металл вы предлагаете распилить? Винты отпилить нельзя. Здесь тоже нельзя отпилить. Но получается, у нас тогда не хватает одного инструмента, правильно? Может, он где-то лежит, я просто его не вижу. Но тут реально темно, очень темно. Давай так. Так, закройся, закройся на всякий случай. Закройся. Так, и чего? Так, это отпечаток жопы у него. Капец, он, конечно, просидел на этом стуле долго. Вот так-то. Ага, вот, зажим. Ну, вряд ли по металлу. Давай цифрами будем переключаться, потому что колесико у меня сломалось. Стоп, разжать надо. Это опять другой инструмент нужен. Так, а вот этого вот я что-то уже не понимаю. И чё, как, куда нам дальше идти надо? Так, может, тут что-то пропустил? Нет, ничего не пропустил. Может, не левая кнопка мыши взаимодействия, а что-то другое? А ну-ка. Вот, крышка унитаза привинчена на винты, я в курсе. Подожди-ка. А ну-ка, настройки управления есть? Понятно. Сам догадывайся, а чё жать. Ну, по-моему, мы левую кнопку мыши... Дверной засов, это чтобы его закрыть. Это я догадываюсь, спасибо. Тогда вопрос. Киркой мы можем стену проломить, допустим. Куда пилу по металлу использовать? Ну, я почти уверен, что вот здесь вот нужно использовать, чтобы достать ключ и открутить винты. Это, допустим, логично. Нелогично только... Где нам и что? Что это было? Как будто что-то двинулось. А где брать что? Зачем нам пила по металлу? Нет, я почти уверен, что вот пилой, как раз таки пилкой по металлу, это надо с унитазом что-то сделать. Это самое логичное. Может, я не ту кнопку взаимодействия нажимаю или что? Ну, давай киркой расхреначим, тоже нельзя. Вот болтики. Вот спрашивается, и что нам сейчас делать?
Так, ничего, ничего. Вот смотри, куда нам нажимать? Что вы хотите? Я, допустим, головой своей логической понимаю, что нужно вот это вот открутить. Зажатый ключ в тисках, да, нужна небольшая палочка, которая вставляется и будет проверчивать. Прокручивать, не суть важно. Может, мы ее где-то упустили здесь. Туда я не буду заходить, пока под напряжением. Здесь ничего кроме записки нет. Так, подожди, может, мы тут все-таки пропустили что-то? Нет, воду слили. Кстати, а воду мы слили зачем? Может, это внутри что-то? Нет, внутри ничего нет. Зеркало меня тоже смущает. Как-то оно сильно выделяется. Давай решетку попилим просто, чтобы он сюда прибежал. Но я вижу, маска кролика меня тоже что-то напрягает. Может, тут что-то поменялось за это время? Твою же мать! Какого черта? Подстава? Не, не подстава, смотри, берем. Рукоятка, отлично. Закрывай. Да закрывайся. О, твою мать, быстрее. Дверь. Закрыть. Быстрее. Так. Так. Валим, 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 валим. Успели вроде. А все закрыто? Шкафчик, дверца, все закрыто. Вот это была подстава, конечно. Я про нее вообще забыл. Здорово. Зато вторую локацию и третью мы еще ни разу не играли. Я вообще не знаю, что там будет. Вот это будет интересно. Так, если что, север, юг, запад, восток, я уже понимаю, где. Ветер понимаю, но вряд ли там будут те же самые загадки, правильно? Видимо, показалось. Иди. Я думал, может, Грэнни снять. Но Грэнни и снимем, конечно, но потом. Так, хорошо, дальше. Включаем электричество. Включаем так. Дверь. Открыть. Нет, не-не-не, закрывать не надо. Хорошо, давай ставим засов. Ну, для засова у меня и так засов. Издеваешься, что ли? Может, сначала надо остальное все сделать? Так, открыли. Хорошо, гаечный ключ у нас есть тоже. Этим мы откручиваем здесь болты, правильно? Это винты, значит, нет. Так. Хорошо. Но все-таки ножовка, я уверен, что с унитазом как-то связано. Смотри, мы по факту уже все сделали. Тут мы, если сломаем кирпичную стену, то он прибежит. Какого черта? Давай тогда вернемся, ладно. Давай так. Дверь закрыть, убрать, отключить. А, все закрыто, все убрано, ничего здесь. Открученный ключ. Он же сейчас спалит, да? И прибежит. А мы проигрываем с первого раза или нет? Если с первого раза, это так обидно будет. Он спросит, а где гаечный ключ? А я не знаю, что с ножовкой делать. Ты только сейчас что-то приносишь? Ты что, издеваешься? А раньше ты не мог принести? Ай, ты даже не спросил. Что-то не так. Нахер я ему напомнил. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Вот ты слепошарик, вот ты крот. Может, мне просто в дверь выйти и все? Он все равно в глаза долбанный. Он ни хера не видит. Ха-ха-ха. А теперь-то мы его и поимеем. Так, отвертка. А зачем тогда нам ножовка по металлу? Давай так. Дверь открыть, убрать, включить. А, нам не надо электричество включать, чтобы это работало. Подожди-ка. Капец. Ну и ладно, как хотите. Я-то хотел, чтобы игра работала просто. Ну нет, так нет. Отодвигаем, что у нас тут? Рычаг, отлично. От чего? Ага, мы же так можем зайти посмотреть. Ох, вот это, конечно, фу. А что с тобой случилось-то? У тебя что-то есть тут? Башмачки. Ты что, эльф, что ли? Не, гном, точнее. Так, давай-ка рычаг ставим тут. Нет. Сначала нужно поднять лифт. А я не уверен, что мы успеем тут забежать, спрятаться. Он же сейчас побежит на нас. Так, подожди, но все равно пилка по металлу меня смущает все еще. Зачем она нужна нам? Я что-то не сделал, что ли? Мы тогда проиграем сейчас. Тут ничего больше не осталось? Нет, не осталось. Закрываем. Здесь ничего. Значит, включаю лифт. Он начинает бежать. Я ставлю засов в дверь. Рычагом поднимаем.
опилка мне зачем? На кой она, черт? У нас же дверь внизу в подвале есть. Может, так мы ту заложницу еще освободим? Точно! Или нет? Я не знаю. Так, давай-ка так. А как? Так, давай-ка еще раз. Лифт включить. Нет питания. Да как ты меня бесишь, слышишь? А лифт нет. Включить. Нет. Нужно чем-то. Хорошо, палим. Чтобы у меня хватило времени сбежать. Да мы уже бежим. Быстрее. Рычаг не ставится, пока не... Быстрее, 15-14. А мы можем не успеть. А если тут... А тут можно бегать, давай, кстати? Давай, быстрее. Согласен, быстрее. А я не знаю, если тут можно было бегать. Я потерял драгоценные секунды. Так, хорошо. Нет, быстрее. Давай медленнее еще поднимайся. Быстрее. Нет, быстрее. Куда? Почему ты так медленно? Быстрее. А он еще не пришел? Или пришел? Да, он только долбится. Че, ага, все, ты меня не успел. А ты меня не найдешь, понял? А-а-а. Были бы у тебя мозги, ты бы вообще увидел дверь, зашел сюда, увидел, что я спускаюсь, и выбежал бы на улицу, и с той бы стороны меня поджидал. Но нет, он тупой, он просто дятел. Ты не только слепой, ты еще и тупой. Так, подожди, там стенка, значит, нам в другую сторону. Закрыто на ключ. У меня есть отмычка, сойдет? Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. А то, что я замок для нее открыл, этого недостаточно? Так, время прохождения 23 минуты. А я неплох. Но следующая глава будет посложнее, потому что... Потому что мы в нее еще не играли. Так, ночь в холодном подвале. Мы это были в подвале, правильно? Значит, Эмили там сидела. Потом начало страшной истории. Почему начало? О, это, наверное, Юджин. Это тот чувак, который сидит такой. Да. Типа умер. Прятки в подвале маньяка. А, прятки? Это, наверное, дополнительный какой-то режим. Да? То есть вот это вот вторая часть. И это, типа, предыстория всего. Ясно. Угу. Так, ну хотя бы мы выбрались, кстати, с хорошей концовкой, даже с лучшей концовкой. Почему? Потому что мы еще спасли заложницу. А я сейчас зайду, посмотрю в Стиме, что за Джокер. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Завтра у нас будет второй день. Мы будем спасать Эмили, правильно? Эмили, да. На этом все. Скоро увидимся.